бы вмешаться, друзья мои. Добрый вечер. Это Классико. Посмотрим, как получится с ним, пока Роналду набирает скорость на левом фланге. Первая пробежка. Попробовать, что называется, там чем-то мар. Решайте сами, кто здесь кто. Ну что, давайте разбираться. Никаких откровений в тактике. Сегодня тактика ничего не решит. Вернее, тактика в смысле схем. Она... Ясно. Дани Алвес. Мнение остальных, мне кажется, менее значимо. Алвес. Перекладина. И снова Бензема. И угловой. И просто угловой. Смотрите, как Карло Анчелотти вышел к бровке. Что же ему интересно нужно? Что он хочет дать понять своим игрокам? В мотоцикле. Но пас был. Это была футбольная мысль. И она будет сегодня главенствовать. Месси с мячом. Иньеста. Дани Алвес. В жизни взрослого мужчины. Так, началось. Началось. Вот уже над телом Суареса. Смотрите-ка, Маскерано спиной ко всему полю разобрался, как хорошо с передачей. Это ведь было довольно-таки рискованно. Ну, хотя не спиной, конечно, полуоборот он стоял. Молодец. Вот сейчас, вот сейчас. Пора, пора Барселоне. Ее очередь блистать. Атака Барса. На Суареса. Мяч не доходит по штангу. Прям, ух. Маскерано. Суарес. И удар, и удар, и удар. Нет, не удар. Беккенбауэр. Или наоборот. Неважно. Как бы то ни было, 1-1. Реал играл с Матео Лаос, главный тренер. Карл Анчелотти и Луис Энрике, главные тренеры. Педро, Рафинья и Бартра. У мадридского Реала в запасе голкипер Навас, а также Варан, Чичарито и Ерсе. Я бы сказал, что атакующих игроков, способных усилить действие команды, у Реала побольше, но с другой стороны, было бы интересно. Посмотрите, вот Месси. Ракитич спиной. Едва не отобрали мяч, но Дани Алвес уже на свободном пространстве. Атака Барса может разворачиваться. Ракитич справа. Но и пока не удается воспрепятствовать розыгрышу мяча. Довольно легко разыгрывают мадридисты. Оно. Дани Алвес. Хороший наброс вперед. И вот сейчас Миша. Гол! Гол Суареса! Смотреть. Но ничего тут не было. Все нормально. Все нормально. И, кстати, от Пепе, и от Пепе ушел, и от Рамоса ушел. И колобочка покатила в дальний угол. Ну. Ох. И еще и на ногах устоял. И так. Это буду говорить теперь очень долго. Хотя это уже не так, конечно же. Как... Пока можно играть. Да, нужно выбить мяч. Слишком много произошло всего.
Марсело. Нарушение было. Наброс. Это не удар, да. Серхио Рамос, похоже, ожидал чего-то другого. Ну а сейчас очень важно, да, очень важно не допустить контратаки. Там малейшее неосторожное движение. И там Ракитич. Иньеста. Это удар в локти. Это карточка и фол. Вернее, наоборот. Фол и карточка. Ракитич. Бускетс выйдет, видимо, катать мяч в середине поля. Месси, очень опасно. Удар! Это было... Но, тем не менее, получил травму и не мог играть. Было сказано, что он получил дома бытовую травму. Он поймал руками горячий утюг, потому что утюг неожиданно... Ох! Барс играет в цейтнот. Так. А вот теперь уже Барселона прощает. Раз за разом. Ча! Здесь были Бейл, здесь был Криштиано. Судя по всему, без определения фола. Чего здесь не было абсолютно? В Англии постыдился бы человек на поле сесть после такого эпизода. Подбор. Марсело идет вперед сам. Угловой. Вот они, два бразила. Окопался. Подача. По высокой дуге. Дани Алвес. Помешал Криштиану выпрыгнуть. Все в пределах правил. Силу. Кросс. А там Пике был. Пике лучший игрок матча сегодня. Ждал этого Дани Алвес. Ждал, прочитал ситуацию. Просто брависсимо защитник. Ну вот не сумел. Не сумел. А вы...